Сегодня мы проверили ряд маршрутов, точнее, наверное, сказать, все маршруты, которые у нас ведут. Сегодня мы проверили все маршруты, которые ведут в Комсомольский поселок. Это и в центр, и на другие точки города Саратова. Это и автобус номер 6, он самый вместительный, и газели, форды, мерседесы, которые ведут по другим точкам Комсомольского поселка. На первых там двух-трех в целом удовлетворены и частотой, и обработкой. На других, на которых присутствовали, на по одному крайне возмущены и будем требовать, чтобы наше транспортное управление разобралось по конкретному случаю, да, потому что мы видели, как на одном определенном маршруте номер 55А у нас водитель ел чебурек в процессе движения, пил чай горячий и, соответственно, ехал без маски. Вчера только случай был, в Кировском районе, когда 7 человек пострадало, маршрутка врезалась в столб. Случай этот не повлиял, я так понимаю, на некоторых компаний или на некоторых водителей, но это вообще хамство. У нас по некоторым водителям, подчеркну, что судят, что все водители маршруток и автобусов постоянно кушают за рулем. Ну, в целом, когда мы выезжаем в рейды и мимо проезжаем этих маршрутов, это не так. Но вот встречаются, к сожалению, такие единицы. И после этого по этим единицам судят по всем. Поэтому считаем, что это недопустимо. Посмотрим, какое наказание понесет либо водитель, либо перевозчик. Я думаю, что это то должен будет понести. Ну да, должно. Поэтому за этим конкретным случаем проследим. А в целом, если брать вторую сторону данной проблемы, почему мы выезжаем еще, чтобы транспортные предприятия у нас не уходили большой убыток, мы им, конечно, выражаем спасибо, благодарность за то, что они в сложное время ездят, в сложное время у нас еще не закончилось. Сравниваем ситуацию, которая была в апреле месяце, которая сейчас. Конечно, заметные улучшения есть, но они незначительные, связанные с выручкой. Больше людей стало выходить на работу. На улице мы больше людей уже начали видеть, поэтому небольшие улучшения есть, связанные с экономикой. Но хотелось бы подчеркнуть, что вот наши рейды с администрацией направлены на то, чтобы никаким образом не было ухудшения, связанное с профилактическими мероприятиями, которые должны проводить на конечных остановках, на промежуточных конечных остановках, чтобы все обрабатывалось. Поэтому сегодняшний рейд в целом удовлетворительно, но вот эти конкретные случаи, которые мы зафиксировали, это кушали, пока ехали за рулем, и грязь в некоторых салонах. Мы, конечно, будем отслеживать, здесь транспортное управление у нас отлично работает, обратная связь всегда имеется. Ну а так, небольшие замечания, что в некоторых маршрутках не было информации о профилактических мероприятиях, это в целом удовлетворительно.